Короче, пацаны, это туториал на бланш. Что надо сделать? Слепку? По моему туториалу. Не по моему не получится. Руки, блядь, надо песочком помазать, главное. Стоп. Помазали руки, подмышки. Еще раз руки, а то опять мокрые. Жопу тоже можно. Коленями давайте наверх просто, все. Объяснил как долбоеб и сделал как лох. Нахуй иди. Здорово, пацаны. С вами Жек Кулешов. Это нормальный туториал на бланш турника. Короче, чтобы хороший бланш иметь, иметь хорошую задку турника. Такую, чтобы ебеня. Гагарин. Вот ебеня валите завку, можно учиться бланш. В чем фишка? Нужно давать коленями наверх. Не низом ног, а лучше коленями. Самая пиздатая техника. Делайте до последнего момента обычную задку на вылет. А потом просто прогибайтесь вместо группировки. Пускайте только после того, как колени закинуты. Если руки раньше пустили, колбаса получится какая-нибудь. И, короче, не сгибайте их вообще, они должны быть ровно. И башку не закидывайте вообще. А потом прогибайтесь. Ну и держите хороший прогиб. Охуенно. Прогиб вам будет пиздаться смотреться. Вот и вся фишка, его шакал ее подсосал. Можно... Так хули объясняешь, что я не шакал? Не умеет объяснять. Можно со слепки, там не знаю, как хотите. Главное коленями вверх дотянуть и потом прогнуться, все. Ну вот так, блин.